Приветствую, уважаемые зрители, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Cats. Сегодня я буду выполнять челлендж, который мне кинул чувак с ником Ice Arrow, и суть этого челленджа заключается в том, что я должен сделать серию как минимум из двух побед, при этом не используя какого-либо оружия. То есть мне доступно все: корпус, колеса, утилиты, я могу все это использовать, но мне нельзя использовать оружие. У меня будет 0 атаки, и с этими характеристиками я должен сделать серию как минимум из двух побед. Собственно, я решил для этого выбрать вот такую вот тачку, это классика с нитро и с одним колесиком. А мой чувак, который, точнее, кинул мне этот челлендж, использовал валуна, по-моему, с огромными колесами, который переезжал врагов, и благодаря этому он смог сделать серию как раз-таки из двух побед. Вот, сейчас я попробую перевыполнить этот челлендж, потому что я выбрал достаточно прикольную тачку для этого. Я уже несколько раз ей пробовал, я делал серию из двух побед, но не знаю, получится ли у меня из трех. Давайте, собственно, посмотрим. Как бы я сделал такой вывод, то что против меня всегда будут выигрывать вот эти вот прыгуны и чуваки, которых я просто не смогу перевернуть. Вот, всех остальных я буду спокойно выигрывать. То есть тут зависит еще в основном многое от удачи. Вот тоже чувак, он с ковшом, я не смог его перевернуть, и я ему проиграл. Вот, пока что первые два боя, если честно, не обвенчались успехом, как вы видели, и это не очень хорошо. Дальше у нас идет Титан, которого я переворачиваю, и все. Мы остановились, сейчас начнутся двигаться эти стенки, и, как видите, он первый будет затронут этими стенками и, конечно же, умрет. И у нас будет первая победа в серии. Это хорошо. А смотрим дальше, посмотрим, что у нас там по второму противнику. И это у нас чувак с циркуляркой. Не знаю, смогу ли я его выиграть-то. Ну, скорее всего, нет, так что я могу сразу выйти. Если честно, я могу спокойно пропускать бои, но я подумал то, что суть челленджа будет немножечко нечестно, если я буду так делать. Так что, если я буду просто выходить, то этим я никак не нарушаю. Если я буду пропускать, то мне кажется, то, что это немножечко нечестно. То есть я выхожу, у меня серия сбивается, а когда я пропускаю, у меня ничего не сбивается. Но, пропускать это как-то нечестно, потому что я могу спокойно себе подобрать там какого-нибудь слабенького противника и только с ним играть. Вот, а так-то я себе буду выбирать противников, именно которые мне подбираются рандомом. Вот, ладно, этого мы не смогли выиграть, смотрим дальше. Что у нас тут? Тут у нас чувак с лазером, но у него есть ковшик дурацкий, который меня очень напрягает. И это плюс еще пирамида, которая против классики вообще идеально заходит. И, увы, мы проигрываем. Come get lost with me.
Ну, давайте посмотрим, что у нас дальше. У нас дальше Титан. Интересный, и который меня сразу же выносит. Угу. Ладно, не расстраиваемся. Я все равно попытаюсь этот челлендж выполнить, чтобы все было очень-очень эпичненько. Отлично, этого парня мы забираем, я думаю. Ну да, забираем уже 100%, это хорошо. И смотрим на нашего следующего противника. Что у него, да как там? И это у нас интересный парень такой, знаете ли, которого мы тоже забираем. И это хорошо. Так, отлично, у нас две победы. Не знаю, сможем ли мы на третий что-то сделать. Ну, не на третий, а на третьем бое как бы. И сможем ли мы сделать эту третью победу. И... Ух ты, интересно. Тащите. О, да. Мне кажется, это наша третья победа. Серьезно, я наконец-таки смог перевыполнить этот челлендж? Офигенно. Мы смогли сделать серию из трех побед без какого-либо оружия. На 15-м, мать его, этапе. Это очень классно. А что, четвертую, что ли, сможем? Давайте посмотрим. Оу, щит, так это еще и четвертая у нас победа в серии. О май гад, вот это вот реально офигенно. Вот это вот реально офигенно просто. Может быть, мы сможем и звездочку заработать? Тогда я просто вообще офигею. Нет, все. Наконец-таки наши серии закончились. Ну, точнее, не наша серия, а наша серия. К сожалению, наши победы закончились, но мы смогли сделать 4 победы без какого-либо оружия. Это просто офигенно. Это реально просто офигенно. Нам попадались реально чуваки, у которых было по 2000 урона. Ну, там, у кого-то может быть побольше. Я, честно, уже не помню всех этих 4 противников. Но все-таки я, наконец-таки, смог выполнить этот челлендж. Этот ролик, на самом деле, длится уже очень долгое время. Но я вот это все, что проигрывал, что у меня там не получалось, одно и то же, наверное, вырежу. А вот этот вот момент, где я, наконец-таки, смог перевыполнить этот челлендж, я, естественно, оставлю. Фух, я очень рад, что я наконец-таки смог его перевыполнить. Я, честно говоря, даже не знаю, кому отправить этот челлендж, кому его передать там. Просто я реально никого практически не смотрю по Кэтс. Я знаю то, что вот недавно Шимор начал снимать эту игру. И я знаю то, что ее дофигища снимает Кристалл. Ну, вот этот вот парень, который мне кинул сам этот челлендж. Ему я уже, естественно, его передать не могу.
Ну, а кристаллу Ишимору я, наверное, передавать его даже не буду, потому что, ну, смысла, наверное, нет. Ну, сами понимаете, наверное, они даже этот ролик не посмотрят, что 100% так и будет. Так что даже пытаться, наверное, не буду и никому не передам этот челлендж. Скорее всего, я передам его вам, и если вы сможете выполнить этот челлендж, то вы реальные красавчики. Но, а если вы придумали какой-нибудь реально крутой челлендж и хотите, чтобы я его выполнил, то можете написать в комментарии, потому что я подумал то, что именно эта рубрика, наверное, будет новенькой на моем канале, потому что я уже устал снимать только свое развитие в этой игре. Я подумал то, что челленджи это тоже реально интересно. Плюс в этой игре практически ни у кого не видел каких-либо челленджей, и это будет очень-очень интересно. Так что кто придумает крутой челлендж, я его обязательно выполню. Вы пишите, пожалуйста, их в комментарии. И если эта рубрика реально зайдет, то будет просто мега офигительно. В общем-то, ребята, я смог перевыполнить этот челлендж. Надеюсь, то, что он вам реально понравился. Я для вас старался. На самом деле, я мог остановить видос, когда у меня было только 2 победы. Я уже его, считайте, выполнил. Но я решил его перевыполнить и перевыполнил аж в 2 раза. И это, на самом деле, очень-очень классно. В общем-то, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Напишите в комментарии какой-нибудь крутой челлендж. А также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Всем огромное спасибо, ребята. Удачи и пока-пока.